Вот простейшая картиночка. Вот химический завод, из трубы идет дымок, вот самолеты сбрасывают бомбы, а рядом в это время деревья, птички поют, солнышко светит. Здесь ходят демонстранты, хочу, значит, зарплату там, кто-то возникает еще против чего-то. И вот человек смотрит и на эту сторону жизни, и на эту, и на основании своего понимания он формирует отношение и к природе, и к жизни, и к общественным процессам, и к экономике, и так далее.